Выставка кулинарных работ в рамках традиционного конкурса «Симфония для мамы» прошла в Анапе накануне Дня матери. Студенты колледжа сферы услуг представили свои оригинальные угощения, а также работы, принимавшие участие в недавнем краевом конкурсе «Гурман». Данный конкурс, который вам представлен, является традиционным. Называется он «Симфония для мамы». Как раз для кулинарной симфонии для мам к празднику это является. Преподаватель колледжа вместе со студентами вручную вырезал и раскрашивал шоколадных птиц. Конкурсанты приготовили угощение из простых, но любимых всеми осенних продуктов. Главный ингредиент – тыква. На паре к нам пришел куратор, сказал, что вам на выбор дается либо сделать блюдо из теста, или из тыквы. Я решил сделать из тыквы. Мы все учимся у наших мам. Конкурсантка Маша для выставки испекла песочное печенье. Мама тоже технолог по образованию. Работы нередко критикует, но чаще учит и помогает. Мой букет для мамы, он в форме леденцов. Вот. Достаточно интересное блюдо из песочного теста с яблочным вареньем. Даже без диплома и производственной практики каждая мама по профессии повар. Работа всех накормить вкусно и сытно каждый день. А в День матери наши мамы могут отдыхать, а угощать их будут воспитанные ими профессионалы.